Всем привет! Сегодня в Анталии прекрасный день, хорошая погода, около 25 градусов тепла, и в этот прекрасный день я решил пройтись по многолюдным улицам Анталии вместе с вами. Так что наливайте себе чаю, доставайте бутерброды, и начнем мы с улицы Анафар Тарал. А теперь мы перемещаемся плавно на улицу Йенер-Усолой. Thank you.
Следующая улица в нашем списке – это Шарамполь. Как мы можем видеть, уже появилась черешня. Стоит она 55 рублей за полкило. И следующая улица у нас – улица Казим-Осяр. В Турции довольно распространены места, где продают лотерейные билеты, и они довольно много пользуются спросом.
И вот мы с вами посетили несколько улиц, каждую понемногу. Если вас заинтересовала какая-либо из улиц, то в углу экрана во время прохождения той или иной улицы будет вылазить ссылка на полное прохождение. Также я оставлю ссылку в описании на каждое из видео по прохождению по той или иной улице. Также, если вас заинтересовала тема видео по прохождению по той или иной улице Анталии, то я оставлю ссылку на плейлист. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки или дизлайки, писать комментарии, какая улица вам больше понравилась, или предложение о следующих выпусках. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!